Сука! Твою мать! Возьми, убери ее! Твою... Ай-яй-яй! Андрюха, что ты наделал? Это какой-то капец просто! Как такое может быть? Мы просто хотели пожарить попкорн! Все через одно место идет, как всегда. Но попкорн, по крайней мере, готов. Это все, что мы смогли. Да уж, как вы поняли, повар из меня такой себе. Но тем не менее, сегодня у нас готовка. Мы будем делать попкорн со вкусом разных сладостей. И первое, с чего мы начнем, это Skittles. Правда, во время покупки я совершил один косяк. Его нужно исправлять. Дело в том, что я купил Skittles с красными Skittles-инками. С красными Skittles-инками. А я ненавижу красный. Я ненавижу красный цвет. Я не люблю его. Охренеть. Еще и в красную кнопку превратились. Специально. Назло мне. Ведь все знают, что я ненавижу красные кнопки. Я их просто ненавижу. Я пытаюсь их истребить. Я каждый день придумываю какие-то новые идеи. Я каждый день пытаюсь снимать ролики. Я каждый день... Почти каждый день выкладываю их. Но самое главное, красные кнопки остаются. Но ведь все знают, как это решить, как решить эту проблему. Нужно всего лишь нажать. О, не серая, конечно, но лимонная тоже пойдет. Но вот именно вы, да, вы, можете сделать эту кнопку серой. К тому же до 500 000 осталось совсем... Совсем чуть-чуть. 14 тысяч подписчиков. Эх, но это мечты. Давайте перейдем к реали. Попкорн из Skittles. Первым делом мы добавляем не попкорн, а Skittles. Это делается для того, чтобы превратить его в некую карамель. Так, быстро засыпаем все это... Накрываем крышкой, сейчас начнется война. Она уже начинается, походу. Я настолько крутой кулинар, что могу даже это делать в своих руках. Андрюх, зачем ты второй рукой дергаешь? Ну, в чем проблема? Чтобы камнем там стало, посмотри. Цельный кусок. Андрюх, пора доставать. Ну а теперь настало время дегустирования. Честно сказать, я ожидал, что он будет разноцветный, а не коричневый. Так, попробуем. На самом деле дым такой, что аж глаза выедает. Надеюсь, на вкус это приятней. И чё, как? Ой, дерьмо. Ой, дерьмо. Может, я не распробовал? Оу. Оу. Фу. Я распробовал, да? Да. На вкус как... Кислая горелая хрень. Какая-то кислая горелая хрень просто. От попкорна вообще ничего не осталось. Представьте, что мы взяли грейпфрут, недозревший. Вывалили все это на сковородку. От души так поджарили его, вот это именно то. Если хотите сравнить, обязательно попробуйте. Этот попкорн оказался явно не очень. Давайте перейдем к следующему вкусу.
Ой. Я раньше думал, что нет людей более рукожопых, чем я. Нашелся все-таки один. Далее мы повторяем такую же процедуру, как и со Скитлсом. В этот раз мы подождем чуть-чуть поменьше, потому что есть подозрение, что в первый раз наш попкорн сгорел. Я боюсь открывать перед лицом. Если сравнивать со Скитлсом, то этот вроде бы по цвету отличается. Я надеюсь, что у него и отличается и вкус. Потому что у предыдущего вкус был просто ужасный. Вкуснотища. Короче, наш попкорн опять сгорел. Я думаю, это видно невооруженным взглядом. На самом деле, ребят, я думаю, что этот способ реально работает. Он должен работать. Просто я немножечко такой себе кулинар, из-за этого у меня все сгорает. Но не стоит расстраиваться, у нас есть третья попытка. Конфетки Бон Пари. В этот раз мы решили положить и конфеты, и попкорн одновременно, чтобы исключить пригорание. Так, надо перезагрывать. Как только щелкнет первый попкорн, я сразу же уберу сковороду с плиты. Походу все. Убирай. Походу все, да. Походу опять переборщили. Нет. Так, я, пожалуй, попробую сесть. Где крышка? Дай крышку. Андрюх, угощайся. Это реально вкусно. Вот попробуй, который вот вылетел. Реально вкусный. Охренеть. Мы сожгли все. Но несколько штук вылетело из сковородки. И вот те, которые вылетели, они очень вкусные. Прям, ну прям реально вкус конфет. Вот то, что вы пробуете в кино, вот этот вот попкорн с карамелью, это то же самое, только у нас Бон Пари. Но тем не менее, он сгорел, хотя мы вытащили его сразу же. Походу, приготовить попкорн вот именно таким способом невозможно, потому что карамель моментально сгорает, все пригорело и все очень невкусное. С конфетками Бон Пари у нас ничего не получилось, давайте попробуем с Холлс. Изначально мы взяли Холлс с медом, а потом подумали, а почему бы не взять Холлс мятный? Вот интересно, какой получится попкорн? Он будет мятный? Получится ли у нас вообще? Он получится сгоревший. В этот раз я точно не лоханусь. Первым делом полетит попкорн. После чего полетит конфеты. Это делается для того, чтобы попкорн успел разогреться, а конфеты не успели сгореть. Ждем, пока наш попкорн разогреется. Все, быстрее засыпаем конфеты. Крышку я закрывать не буду, чтобы попкорн вылетал, в воздухе он точно не сгорит. Так, сейчас начнется бомбардировка. Сейчас, сейчас, вот сейчас начнется. О, так, началось! Стрельба! Так. Ты лови, Андрюху. Я пытаюсь поймать. Ты просто... Все под контролем. Ай-яй-яй. Я надеюсь, она больше не выстрелит, потому что есть вероятность очень большая попадания мне в лоб. У нас хорошие новости. Наш попкорн не сгорел, наверное, потому что мы использовали холст, а он ледяной. Прям такой яркий запах ментола. У нас вообще вся квартира просто провонялась этим ментолом.
микроба. Получилось? Да, ментол реально. Типа, реальный ментол. Да. Наконец-то! У нас получилось, ребята! Прям реально ментоловый попкорн. Как такое вообще может быть? После вкусия прям такой, знаете, как сказать, мятную жвачку, когда пожевал, этот холодок во рту остается. Типа, вот то же самое. Вот когда съешь его, типа, полностью, секунды полторы проходят, и такой легкий холодок. Охренеть. Прикольно. У нас получилось сделать реально мятный попкорн. Но, правда, какой ценой. Но хотя бы к концу ролика у нас что-то получилось. Я думаю, что вы учтете наши ошибки и сделаете все правильно. Но на этом ролик подошел к концу. Спасибо большое за внимание, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.